газета для землевладельцев «Ваши 6 соток». И да? Вот, могу сказать, «Ваши 6 соток». Хотя у меня не 6 соток. Я вообще только 2 часа назад вылез из подвала, где перебирал картошку. Нет, серьезно. Поэтому можно сказать, вот Андрей знает, что у нас все без трепотни. У нас все по-настоящему. Мы сами саженцы выращиваем, которые растут у Андрея, сами газету делаем, сами на рынке иногда торгуем. Поэтому я посчитал, что самый лучший подарок будет, это то, что сделал я сам. Сам вырастил черную смородину, сам собрал, сам сварил варенье. Вот она еще холодненькая. Холодненькая, только из подвала. Я еще даже тряпочкой ее не протер, вот на ней чисто такая подвальная, как вот старое вино. Поэтому я думаю, кстати, очень вкусное, рекомендую попробовать. Да, мы с водочкой попробуем. Обязательно завтра за чаем всей бригадой вспоминая нас. Подписной индекс 502.11.